Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления благоустройства и озеленения АМС Владикавказа. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, начальник профильного управления не обеспечил взаимодействие подразделений по своевременному сносу подлежащих вырубке деревьев на территории Тургеневского сквера. 2 июня 2020 года дерево. Одно из таких деревьев при порывах ветра упало на 9-летнего ребенка, находившегося на детской площадке. В результате мальчику были причинены множественные телесные повреждения. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.